отрыв, выполнив свои первые попытки в рывке, уже создадут из тех, кто претендует на третье место. Наверное, стоит выделить спортсменку из Румынии, молодую спортсменку, которая 105 начинает в рывке, но в толчке хорошая заявка, 135. Возможно, вот эта девушка, Магдалена Паско из Польши, в рывке 95, ну а в толчке 120 килограммов, заявляет. Возможно, спортсменка из Греции. Да, как давно мы не видели греков в группе сильнейших. Евтихия Ананиаду, 26 лет.